известные и неизвестные. Национальный исторический музей Республики Беларусь предлагает минчанам и гостям столицы соприкоснуться с творчеством двух великих испанцев, насладиться узнаванием и открыть для себя много нового. Самая большая частная коллекция великих художников 20-го столетия впервые покинула пределы России. Сальвадор Дали и Пабло Пикассо предстали перед посетителями выставки в подлинниках из собрания российского коллекционера Александра Шадрина. Самые знаменитые скульптуры, керамика и графические работы Дали и 30 керамик Пикассо позволили зрителям окунуться в мир творчества, идей и фантазий двух личностей, без которых невозможно представить современное искусство. Наряду с хрестоматийными скульптурами Сальвадора Дали, такими как «Венера с ящиками», «Лошадь, оседланная временем», «Космический носорог» и «Почтение Ньютону», на выставке представлены и менее изъеденные взглядами произведения искусства. Действующий телефон «Лобстер», тарелки-фрукты, графические серии «Японские сказки», «Ангелы», «Далинианский цветник» и многие другие творения, которые создают глубокий и разносторонний портрет мастера. Думаю, мне ничем не легче было родиться, чем творцу создать вселенную. По крайней мере, он потом отдыхал, а на меня обрушились все краски мира. Сальвадор Дали. Все краски творчества Сальвадора Дали и Пабло Пикассо теперь обрушиваются на посетителей исторического музея. Сам создатель коллекции Александр Шадрин среди далинианских шедевров выделяет скульптуру «Протекшего времени» и «Триумфального слона». Старый морщинистый слон на уродливых ножках в изображении Дали становится не просто красавцем, но является образцом изящества и совершенства. Именно так определяет значение этой скульптуры автор коллекции. Александр Шадрин комментирует и другие экспонаты. Экскурсию по страницам жизни великих мастеров зритель совершает благодаря постоянно работающим экранам. Творчество Пикассо на выставке представлено 30 керамиками. Это произведение из коллекции семейства Рамье, в чьей фамильной мастерской и создавались практически все керамические шедевры Пикассо. Посетители могут увидеть блюда с изображением животных и мифических существ, включая вариацию на тему прославленного голубя Пикассо. Одни видят, что есть, и спрашивают, почему. Я вижу, что могло бы быть, и спрашиваю, почему нет. Поучимся у великих видеть перспективу. Отдыхайте культурно.